Всем привет! Сегодня еще одна кухня. Мы ее собирали давно, но сейчас у меня есть возможность показать, как работает вытяжка, которая вбирает воздух в себя. То есть она не подключается к основному каналу, вытяжному каналу. То есть у нас идет вот такая розовая вытяжка. Вот. А вот это, и вы слышите шум, открыто окно, шумит вытяжка, очень хорошо работает. А вот наша вытяжка, которая впитывает в себя все вот эти вот пары, весь вот этот неприятный кухонный запах. Вот, поэтому даже я вам открою. Видите, над вытяжкой у нас нет никаких каналов, вент-каналов. И в стене точно так же ничего нет. Подключалась эта вытяжка просто вот как есть. Эта вытяжка впитывает в себя. То есть потом вот эти вот решетки, они меняются, либо моются. Сначала моются, потом меняются, когда уже их невозможно помыть. Ну а там в середине вот этот моторчик, он впитывает, он втягивает. А здесь идет воздух. То есть он как бы через вот этот фильтр втягивает, а здесь выходит воздух наружу. Ну и точно так же. Сильнее? Нет. Это свет. Выключили. Вот такая вот у нас вытяжка существует в природе. Она втягивает себя, когда нет возможности подключиться к вент-каналу, либо вы не хотите подключаться к вент-каналу, потому что ну, нарушается, в принципе, вент-канал, он должен быть открытым, то есть это вентиляция кухонного помещения, поэтому вытяжка сама должна по себе, она либо должна вытягивать на улицу, либо вытягивать, и параллельно должен быть вент-канал. А на этом все. Всем спасибо. Всем, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Всем пока.